Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов, знакомиться с их биографией. Амедео Симонетти. Итальянский художник, известен в первую очередь своими востоковедческими сценами. Иногда к нему обращались по его детскому прозвищу Момо. Родился 8 апреля 1874 года в Генуе. Я беру данные из Википедии, их не очень много. Пришел к карьере художника поздно. Впервые был вдохновлен примером своим дяди Эторе, художника-востоковеда, и Атилио, бывшего партнера испанского художника Мариано Фортуни. После нескольких вводных уроков рисования у Эторе он учился в Академии прекрасного искусства Рима у Джованни Константини, известного как Il Grillo, сверчок, который специализировался на исторических и жанровых сценах. Он начал с рисования сельской местности в окрестностях Пратти. Под влиянием своего дяди и Константини он также создал ориенталистические сцены и жанровые произведения, изображавшие деятелей XVIII века, придворных, мушкетеров и церковных чиновников в роскошной обстановке. В 1919 году по приглашению Онората Карланди вступил в общество художников, известное как 25-е дело Компания Романа, посвященное свободному стремлению, художественному самовыражению и большому количеству неформального общения. Позже он привел в организацию своего сына Вирджилия. Участвовал в многочисленных выставках, спонсируемых Ассоциацией романских акварелистов. У него также были крупные показы на Венецианской биеннале в 1904 и 1908 годах и на Миланском международном фестивале в 1906. Умер в Риме 22 апреля 1922 года. Но так немного, данных не очень много. О Амедео Симонетти, итальянском художнике, известном в первую очередь своими востоковедческими сценами, иногда к нему обращались по его детскому прозвищу Момо. Пока-пока, до свидания, смотрим картину.